Здравствуйте, дорогие партнеры. Сейчас я расскажу вместе с Сергеем, как серфинговать на нашем сайте. Вот где вы вошли вот на поисковик, в правом углу у вас есть ваш номер. Здесь есть слово «Начать серфинг». Можно нажать сюда, а можно через кабинет все это сделать. На главную мы нажимаем. И вот здесь тоже есть такое слово «Начать серфинг». Серфинг. Нажимаем. Что там, разницы нет. Так, загружается. Так, всплывающее окно заблокировано. Значит, у меня блокируется окно. Итак, Сергей, да. Давай разрешим. При первом запуске надо разрешить открытие всплывающих окон. Вверху, где адресная строка, появился такой прямоугольничек с крестиком. Вот где звездочка. Да. Надо нажать на этот прямоугольничек и поставить галочку. Всегда показывать всплывающие окна. Вот тут кружочек. И готово. Кнопочку «Готово». Именно с сайта Access. Да. И нажимаем кнопочку «Готово». И после этого на оранжевом фоне нажать кнопочку «View Next Site». Таким образом открылось всплывающее окошко рекламное и запустился ротатор. Последующие разы этого делать не надо разрешать, потому что мы уже разрешили один раз и хватит. То есть счетчик у нас работает 30 секунд и показано колоночки по порядку сайт старта, то есть сколько сайтов просмотрено было, просерфинговано. Дальше бонусных кредитов, сколько было заработано. Total кредитов – это сколько кредитов заработано. И iReward – сколько заработано. Максимально можно просерфинговать 100 сайтов в день. И это вся наша работа. Если просматриваете именно 24 сайта в день, то этого будет достаточно для участия в долевом распределении прибыли компании. Теперь нажимаете кнопочку, ну, надо оценить сайт от 1 до 5 и нажать на кнопочку Continue. И так далее, да? И так далее. Если вы хотите, чтобы сайты были именно на русском языке, преимущественно открывались, тогда с правой стороны у нас есть вот слово. Ну, это вот это русский, это будет интерфейс на русском. А ниже написано keywords, ключевые слова, и language. И select language. Да, select language, выбираем русский и нажимаем кнопочку обновить. Прям под ним. И все. И после этого будут открываться преимущественно сайты на русском языке. Ага. Так, и еще вопрос. Вопрос. И посмотрим, давайте, что же нам дает, выдают циферки на ротат с левой стороны. То есть, вот мы просмотрели количество сайтов 1, за это заработали iCredit. iCredit – это наша реклама. Одну единицу. И еще заработали iReward. А вот сейчас нажмем пятерочку и продолжим серфинг. Опять открывается следующий сайт, и, соответственно, изменения на счетчике будут. Единственный вопрос, Сергей, смотри, я сейчас на бесплатном аккаунте. Я должен сколько просматривать минимально? 24 раза, да, в день, в сутки? Ну, нет, немножко не так, потому что на бесплатном аккаунте деньги мы не зарабатываем. Так. Мы можем заработать только ареворды, которые в дальнейшем можно поменять на доллары, либо на сертификат Amazon.
Кредиты, это наша реклама, мы тоже на бесплатном аккаунте не зарабатываем. То есть, чтобы нам еще засчитывали кредиты, чтобы они сохранялись, эти кредиты, надо все-таки оплатить за бэк-офис, за годовое обслуживание. Ну, Сергей, ну, расскажи, пожалуйста, Сергей. Сергей, расскажи, пожалуйста, сколько... Сколько платить, расскажи, и какие самые расценки? Значит, за годовое обслуживание мы платим 59,95 доллара один раз в год. Это оплата бэк-офиса. И есть у нас еще автопокупка. Это стоит 10 долларов для консультанта. Если вы хотите пользоваться просто инструментарием всем и рекламироваться, то этого достаточно. Вот. А так, если хотите еще иметь доллары за данные действия, тогда стоит брать пакеты. В пакеты включена у нас еще такая валюта айпоинты. Это коэффициент долевого участия. Чем больше айпоинтов, тем больше вы имеете долю в ежедневном распределении прибыли компании. И в пакеты еще включено определенное количество кредитов. В общем, чем больше стоимость пакета, где больше этих единиц включено. Вот. Также стоимость пакета, она разнится от 500 до 10 тысяч долларов. Угу. Просто по пакетам мы проведем отдельную встречу, да. Отдельный ролик. Так, ну, наверное, на этом все, правильно? Да, на этом все достаточно. Так. Вот, пожалуйста, введите копчу, чтобы продолжить. Что это? Да, это значит, надо нажать на пятерочку и... Вот, нажимай на пятерочку и откроется окно. Видно будет. И вот в это поле надо ввести вот эти символы. А для чего это? Сегодня у нас новая капча. Это защита от роботов. Чтобы люди не ставили автоматические программы. Понятно. Так, ну, в принципе, так, это, в принципе... Неправильно ввел. Так, а здесь как, вот маленькие 9, цифры, 9, тут все цифры надо вводить, 9, да? 9822 получается. Так, ну все, в принципе, тогда заканчиваем на этом, правильно? Да, на этом тогда заканчиваем. Хорошо.